Hey, yo, guys, в нашем кино мы продолжаем проходить игру под названием Cat Quest 2. Так, это у нас выглядит как лапа, королевская лапка. Ну да, в принципе, как лапа. Так, у нас три пещеры и одно здание. Давайте в здание сразу. В смысле, я не могу... Я могу по воде походить, вы о чём? Только тот, кто обладает достоинствами короля, может войти в гробницу Фелинграда. Получен ближе доблести. Ясно. В этом месте действует странная магия. Не могу телепортироваться нас отсюда. Мы застряли как хот-дог без кетчупа. Интересно, этот путь выйдет у нас отсюда? А выведет. Вот он, значит, почему я не могу ходить, да, по воде. А, 60 уровень, нихера себе. И как вы предлагаете мне потом исследовать пещеру? Найс. А вам в голову не приходило, что так может произойти, я теперь застрял здесь? Понял, сюда тогда. Ай. Ладно, шлем рыцаря. Тогда только таким путем. Вы появили великой доблесть. Получен плюс милосердие. Дело в том, что я именно одолеть их не смогу. Но хотя бы такой способ работает. Только перед этим нужно будет всегда сохраняться. Али 60 уровень, ё-моё. Ага, все. Вы провели великое милосердие к своим врагам. Получите ключ доблести. Отлично. А, то есть он вообще, да? Урон не воспринимает. Готово. Целящий посох. Нихера сразу 22. Так, сохраняемся. Ну, я помню тоже в этом квесте, в первый, который первый уровень, вы помните, этот был локация. Ну, там был сундук, который ваншотил, считай. И мне приходилось очень долго придумать тактику против него. И, в принципе, для 54 уровня, чтобы он так плохо выросил. Нормально. Not bad. Так, сейчас будет... Блин, пушка 27. Защита 5%. Я только вижу такой способ атаки сейчас. А вот с ними мы разберемся иначе. Я заставлю их атаковать. Потом посоздаю шипы. И все.
все. Да. Мы провели добродетель короля. Получен ключ от гробницы Филинграда. Готово. Готово, 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 готово. Дрыхнем и поехали. После драконьей войны король Филинград объявил выживших котов под одним знаменем. Так появился королевство Филинград. Король Филинграда и король Люпуса никогда были... Так, некогда были друзьями. То есть до начала Великой войны за королевский клинок. Когда закончилась война за королевский клинок, наш король исчез, и никто его больше не видел. Поэтому в память о нем была построена эта гробница. Пушистые щечки, но тут ничего нету. Чтобы объединить людей, королю не нужны ни оружие, ни подрякушки. Ему нужны только надежные союзники, и тогда наступит мир. Возрождено королевское искусство хождения по воде. Сэты морляки. Так значит, Силапа всего была с нами. А, Силапа всегда была с вами? Еще есть шансы. Нет, все дело в том, что первый кот и собака объединились. Все верно, друзья. Прорвемся назад ко мне домой. У нас еще есть шанс. Где? Способность полета. Отлично, мои хомячки. Вперед, скорее вернемся на материк. На материк. Поблизости тут что-то есть, что я могу посмотреть. Не могу хер знает куда идти. Блин, мне полет нужен. Лев и волк собрали обломки, но это еще не конец истории. Лев и волк. А, да, это был все-таки волк. Ваше Величество, посмотрите на это. Приказом льва Муркуратора все налоги удваиваются и ведут военные действия. Покорный солдат, простите. Покорный солдат, простите. Горожанам и так живется не сладко, но льва это не волнует. Кроме того, это значит, что он что-то замуршляет. Нужно выяснить, что именно. Теперь мне никакие мосты не нужны. Давай быстрее. Докладывайте, вы и мяуцилы. Наши закрома полны, лорд Лев, хе-хе. И наши солдаты готовы выдвинуться на империю Люпаса, хе-хе. Ого, волк никогда не заподозрит, что мы подобрали через нулевое измерение. Победа будет моей. Это плохо. Могу пострадать много котов и собак. Посмотрим, что заставит. Так. Затевает волк. Встретимся у престола Люпаса. Полетели. Ну, был бы у меня рельный полет, я бы сейчас в полет летел. Блин, а если тут полета нету? Будет фигово. Если честно.
довольно херово. Так, значит, лев собирает напасть на нас через нулевое измерение. Пусть идет, соорудим для него ловушку. Ра-ха-ха. Наши враги тоже нашли гробницу Фелинграда. Мы не можем позволить им найти гробницу Любаса. Провал приведет к огромным штрафам. Вы это слышали? Мы могли бы восстановить остальное королевство искусства и... Королевские искусства, если бы нашли гробницу Люпаса. Полет, скорее всего, имеется в виду. Теперь это наш план. Идем найдем Хота, он знает больше. Спим, все. А тогда нужно было ждать, чтобы восстанавливалось ХП. Теперь не надо. Так, а куда нам идти? Аж на другую сторону, да? Так, тут сундук. Катулху. О, тут катулху есть. Ого, катулху. Сложно. Попали скорее отсюда. Да, быстренько мы его разобрало. Был бы у меня полет. Да ладно, охота точно знает, где гробница Лютус. Король Люпус один. Ну поехали. Ваше овечество, у Хота есть великолепная идея. Если гробницу Фелинграда помогла восстановить один из Силапы, то гробницу Ляпуса можно восстановить остальные. А, поэтому мы... Да, Хота знает, он гений. Еще Хота знает, где гробница. Кто-то думает, что она в башне посреди пустыни Гавкара. И вот, это подарок от короля Ляпуса. Так, Ляпуса, пока он был еще жив. До сих пор Хохота не знал, зачем. Кто дает вам ключ Люпуса? Удавчи, ваше величество. Мы рассчитываем на вас. Так, ну я знаю, в принципе, проход туда. Довольно стандартный туда проход. Через другое ущелье. А, мне нужно обязательно поговорить с тобой. Похоже, мы застарали снаружи. Да, вижу я. Да, знаю. Давайте исследуем пещеру в окрестностях, чтобы убедиться... Знаю. Так, это мне нужно в ту сторону, да, бежать? Да. О, сундук. Я, наверное, за сундуком. Нагрудник. Так. Монетки. За пещера. А это которая неизвестная, хорошо. Так, отсюда мне вниз. Мне нужно к центральной идти.
даже быстрее бегает, чем летит. Равнится королю Люпаса. Во время драконьей войны король Люпаса считался самым сильным воином. Поэтому на заре империи было очевидно, что возглавить ее должен Люпус. Мысли о королевском клинке не давали покоя Люпасу. Должны ли стать мощное оружие находиться в лапах одного королевства, или... И если да, то какого? Спустя много лет войны за королевский клинок, Люпус и Фелинград договорились расколоть его на обломке. Вскоре наступил мир, но коты и собаки уже не могли жить в согласии. Полет, полет, давай, полет, полет. Настоящий король еще не тот, что может забрать, а тот, что может дать. Восстановлено королевское искусство. Вы достигли полной королевской символики. Уха-ха. Близится конец. Полет. Лес, полет. А вдруг тут полета нет? Слышите? Это Силапа! Должно сказать, вы восстановили все королевские силы. Вперед, Верховный Кхота. Вы должны остаться воином. Мне только не говорите, что тут полета нету. А так как катиться и менять заклинание налево, направо, вперед, назад, инвентарь следов. Тут, оказывается, нету полета. Ну ладно. Что ж поделать тогда? Придется выкручиваться как-то так. Но мы все равно с вами все эти миссии повыполняем до босса. Я еще в интернете вбью. Может, все-таки есть. Может, все-таки есть в игре полет. Блин, ну первое мне нравилось, что там был полет, и он очень быстро сокращает дистанцию между всем. После 99 уровня. Кусты, 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 кусты. Ваша охота уже внутри, ваше мурличество. Последнее приготовление. Последнее приготовление? Ну, давай. Осталось только расцарапаться со львом и волком, друзья. Теперь, когда вы располагаетесь всей королевской силой, у них нет никаких шансов. Все верно, ребята. Не забудьте обновить свою экипировку перед последней битвой. Ваше мурлячество, у меня уже есть план атаки за мной. Ищите, где лучше всего их обманул. Ну блин, но все равно, слушайте, очень дорого выйдет с этой фигня. А броню можно сразу лучше? Нет, ну ладно. И окей, именно это мы и сделаем. Поскольку лев рвется в бой первый, то с него мы и начнем. Лев ненавидит магию, поэтому готовьте всевозможные заклинания. Потом, пока волк ждет нападения, мы зайдем сзади. Это здесь будет последняя битва, ваше мурличество. Если у вас остались незавершенные дела, самое время их закончить. Встретимся у каталища. Как только будете готовы. Ну, ребят, как вы, короче, поняли, это у нас последний забег.
Поэтому я останавливаю запись. Мы отправляемся с самого начала до получения миссий и их выполнения. Так, я на воде сундучок нашел. Шляпа мага. Окей. Короче, на карте я нашел какой-то след из опыта. Вот. В принципе, сейчас мы пойдем по этому следу, и куда-то, я думаю, нас это дело все приведет. Там есть недалеко остров, и там стоят эти мужички. Около сундука. И на, если по табу посмотреть, сколько стоит. 6 экспы. Вот. И тут сундук. Скорее всего, что они хотят открыть золотой сундук, и как раз они могут дать мне ключ. Кентербле Десморда. Приветствую, игрок. Вы преодолели немалую работу, чтобы найти нас. Мы Гентер Брокс, создатель Кейквест. А, не верите? Позвольте это доказать. Я создан для вас самый простой квест. Так, примите как это. Примите как это. Давай. Квест пройден. Ну что, Сайз. Ну что, демонстрация нашей возможности впечатляет? Нет. Примите еще один квест, и вы узнаете, на что мы действительно способны. Если вы примете этот квест, все сохранения данных будут удалены. Ну, блин, я не знаю. Давайте. Давайте. Окей. Ха. Мы никогда не удаляем сохраненные данные. Не волнуйтесь. Я аплодирую вашей храбрости, игрок. Ну, типа, если бы я просрал сохран, то остров основателя 2. Ну что, теперь-то верите? Или все еще сомневаетесь в наших силах? Принимайте следующий квест. Теперь-то все ясно. Смотрите, я полностью контролирую музыку. И я могу сделать так, чтобы игровые персонажи появились из ниоткуда. А? Что? Где? Фу-пух, а теперь впечатляет. Дайте, пожалуйста, золотой ключ мне. Итак, вы видели нашу возможность, но все это не впечатляет. Так, отважитесь теперь пройти этот последний квест. Начнем. Пройдите через портал, и если выживете, мы вознаградим вас чем-то очень особым. Скорее всего, он говорит о ключе. Ну, давайте. Почему бы нет? Мы работали над этой игрой так долго, что невозможно остаться равнодушным. К бою. Ну, в принципе... Ой-ой-ой. Не, все-таки они... Какой-то уродоносы. Ой-ой-ой, неплохой урон, я вам скажу. Стоп, а что по магии? Так, давай я у тебя ее заберу. Подожди, это... Себе я ее дам. Что это было? Чё меня ваншотнуло? Итак, вы видели нашу возможность, но все это не впечатляет. Отважусь теперь пройти это Блин, я понял. А, это сложно. Я попытаюсь, да, пройти. Давайте, я остановлю запись и попытаюсь это сделать. Так, короче, осталось немного. Магом просто используем мага. Отходим, стреляем, да и все. Фух, это была всего лишь 0,0001 нашей силы. Ну, неплохая работа.
Вы получили секретный ключ. Он открывает двери к этой скрытой пещере. Удачи, игрок. О, теперь вы можете... Вы тоже один из нас. Костюм джентльмена. Снижение цена заклинания. Неплохо. Надеюсь, вам нравится этот квест 2. Спасибо за поддержку. Ух, 99 всего. Блин, на золотой мне ключ все равно не дали. Где мне раздобыть? А где мне ключ раздобыть? Пещера храбрых. Это начало. Стойте, ну мы же этот ключ получили, так ведь? Погнали тогда в пещеру, которую нам показали. Показали нам вот эту пещеру. Сюда быстро когда бежим. Короче, в сторону нужно бежать. Может, по пути еще что-то найду, а камушки вижу. Тухлый. Тоже 99 уровня, но он волшебный. И это очень опасно. Да, враг волшебный. Так, все, теперь наверх. Кота. Блин, я не знаю. Можно отдать... Блин, хотя хер знает. Лучше бы дал мне броню свою на 99. Так, сохраниться не забыть. А то сейчас пойду. Слушайте, ну 300 с чем-то. Да. Да. Какого уровня хотя бы? Но они быстрее нас. Похоже, эти сундуки тоже там шорты. В принципе, как я и думал. Но это в какой-то степени... Ну блин, зато я получил ключ. Желтенький ключик. Могу я их всех сюда загреть? Заставить ударить? Блин, сейчас все сделаем. Короче, мне нужно приманить их всех сюда, на низ. Их можно не убивать. Потому что я помню, за убийство одного такого мне дали 10 опыта. Просто 10 опыта, понимаете? Что такое 10 опыта? 10 опыта это ровным счетом ни хера. Поэтому сейчас я их всех агрю. Серьезно? Ладно, это плохо. Ну смотрите, в принципе, хп я быстро у них снимаю. Если ошибок не допускать. Сейчас я котика подниму. Он сам отхилится. Хилиться не будешь? Ты что, дурень? Ладно.
Я понял, я сам отхилюсь. А, все равно меня шваншотил. Найс. Давай ты только тоже не будешь вздыхать. Я просто сейчас пытаюсь максимум осторожности. Тихо. Тихо. Не, короче, я не буду атаковать магом. Лучше пускай кот живет. Где? Магия с шипами. Я на что деньги коплю? Ух. Как же это опасно. Если вы знали бы, как это опасно. Стрёмно. Хорошо, что оно хотя бы не сбивается. А нет, 99 золота. Ну ладно, это нормально. А, все золотые сундуки разблокированы. А теперь нормально. Все. Теперь я в безопасности. Архитектор, снижение цены заклинанием. Так, это у нас чем является? Посохом. Теперь можно пёсиком играть. Он вообще не ровный. Не издевайтесь. Не, на врага, конечно, там где. Не понял. А что, типа, мои атаки не считаются магией? Так, что бы я хотел еще увидеть? Давайте в следующей серии мы поохотимся за сундуками, которые вообще есть на карте пока что. Потом позаходим в локацию ближайшую. Или можно миссии сначала повыполнять. Допустим, давайте, короче, сундуки, которые на картах находятся, мы сейчас сразу открываем, сейчас, да. Потому что я остановлю, просто запущу и покажу. Поэтому как так. Так, первый на острове основателей. Поехали. Монокль джентльменом. Так, следующий на около, короче, Филинграда. Булава Шута Б. Увеличит скорость атаки. Неплохо, ну-ка. Ну да, он быстро атакует. Так, следующий, короче, у моря, недалеко, около туманов Лапарсона. Палка старейшины.
Мы взлом для маны, типа самовосстановляющая. Снижение цена заклинаний. Так, следующее, это там, где у нас были скелеты, в начале 99 уровень, да, мы первые пошли. Скелет пошел? Нет, скелет здесь. Давайте его прогоним отсюда. Вместе с его другом. Так, готово и валим. Так, корон скелета короля. Туманная стойка. Туманная стойка. Ну, плюс броня, в принципе. Так, а тебе бы шлем тоже какой-то бы такой дать. Наверное, нужно на урон шлемаки. О, плевать. Так, озеро Фелинград. Тоже здесь есть местечко. Так, отдыхаем. А, точно, я же хотел проверить эти звездочки, как он. Успехи призрака. Единая стойка. Ну, в принципе. Так, давайте я своему этому. А что стоит? На урон. А так что я одеяние не заметил? А, точно, я что-то еще не слезу. Подожди, а что я нашел? Что я подобрал только что? Призрак. Минус 16. Так, вот портовая... А, лапортовая пещера недалеко... Тут на озерце. О, еще тут сундук есть. Туда тоже сбили. Плюс булава. Что-то... А, подожди. В смысле? А, это шутов. Синий и красный, все, я понял. Так, она ничего не отличается. Можно, короче, двух лишников создать, а и все. Так, а здесь у нас... Шляпа ледяного мага. Так, вот, руины Саксин. И за горами здесь есть сундук. Костюм шута А. О, вот это может быть для меня уже прикольней. Стоит наш шанс. Отлично. Между горами около кромной готорки, блять, или что это. Короче, руины Септи. Недалеко от локации короля. Лед дракона. Ледяной урон 100%. Короче, шанс, да? Давайте попробуем. Я понял. Почему враги тоже стали какие-то сильнее? Они повышаются вместе со мной, которые здесь ходят по улице. Так, путеводный знак, как раз я последний нашел. Книга Первой Королевы, цитата 3.
Верным Элиусом были драконьи дети, принесшие клятву службы ему до конца света. Когда же пробил час изгнания, вступили они в битву со всеми стараниями. Так, все хорошо. И тут, в принципе, вообще недалеко. Опять же, разговаривающий куст из первой части. Пустота дракона. Туманный урон. Хотя, я, наверное, возьму тебя, потому что тут больше урона на единицу. А, ну нет. Туманный урон, ледяной урон. Потому что тут это... Хотя... Мне либо кажется, либо оно... Не, с кинжалом быстрее. Так, тут есть магия. Потом горли изобрели внутреннюю силу. Мы изучили астролапка. Так, что такое астролапка? Стреляет лазерным из космоса. Нифига себе. Лазер из космоса. Да, понятно. Так, ну и последнее, в принципе, на этом острове, да, на этой части, на этом континенте, если так можно даже выразиться, около солдата. Доспехи скелета короля. Хорошо. Так, короче, в море, где-то вдалеке, там, где сделано свет из золота, из монеток, можно найти в воде судьбу. Пурпурус на ванильке. В принципе, недалеко от Синиши, через море, можно найти на красном порту тоже значок «Шлем призраков». Так, сразу сохраняемся на всякий случай. Нет, отправляемся далее. Так, в принципе, нет, еще оказывается, есть еще какая-то башня, вот. Ага, четвертая. И голос призвал ее пустоты, беги, пока еще не в силах ты. Старых скул, осковав королей в тот же миг. Очень глубокое не стало их. Так, или еще есть? Да, теперь точно все. Так, короче, еще сундук находится около какой-то Ктуху. Поэтому... А, серьезно? Ой-ой, это очень долго. Так, минус одно щупальце. Так, ну второе щупальце тоже отлетает. Или я отлетаю. Так, я вхилился, и надо его добить уже. Так, готово. Ну, остался только он. Ну, он вообще... Слабо атакует, поэтому просто отходим от него, когда он начинает убиваться. Как вы видите, он вообще не попадает. Но мне кажется, даже вблизи он не, да, не попадает. А не попадает. Ну вот, вот, идеальное место. Вот так встали, смотрите. И он не попадает. А не, он попадает! Он попадает! Ладно. Добей уже. На одну тычку. И что же, здесь? Здесь у нас смелость 0. Здоровье 150%. Давайте попробуем. Посмотрим, что это. Как оно. И готовы? И... Подожди, а что вообще мой костюм дает? Дает скорость и увеличит скорость атаки, да? И 30 дамага. А здесь мы получаем 4к хп. Бум! Вы понимаете, сколько это хп? Это очень много. Так, короче, здесь на острове есть тотем с магией. Может, это как раз те шипы, которые я думал. Сейчас
сейчас попробуем. Кажется, да, это оно. Да, это оно. Там сколько урона? 13. Но это очень быстро бьет все. Поэтому как так. Я прокачаю ее и пойду проверю на босса. Я даже не хочу с этим мужиком говорить, потому что я вижу отсылочку на Бэтмена. Так, короче, в ходе в Гафкару у нас как раз есть выявление кустов Ахлёдца. Сундучок, Туша. Пустота дракона. Опа, а вот теперь можно и поменять меч. Я не знаю насчет скорости. Да, в первом, короче, в городе у нас же тоже здесь сундучок был далеко, если я не ошибаюсь. Так, сохранится. Вот, сундук за домом тоже. Борода старшего мага. Так, путеводный знак. И здесь у нас сундук. Еще осталось, по идее, два сундука у нас. Это с левой стороны, сейчас покажу. То есть с правой. С правой это вот он. С левой. Довольно далековато. Вот он. За горой. Больше я их не вижу. Сундуков остальные находятся у нас в этих пещерах. Поэтому как-то так. Так, сюда вот скакали. Голова призрака. Себе. А что у нас здесь было? Почему мне тогда говорят за этот? Что я тут еще что не собрал? А за скалами еще где нашел сундук. Там, короче, в доме я не нашел другого прохода, хотя там какой проход, ничего не нашел. Так, ну, короче, последний сундук. Борда старого мага. Надеюсь, все. Давайте дойдем до куда-то, да, я сохранюсь. Ну, короче, я пришел на южную Лапорт, на самую первую локацию, когда мы уже перешли, да, с острова сюда. Давайте тогда, думаю, на этом закончим. В следующей серии мы отправимся с вами вот сюда, к этому. Мы что-то мясо, да, с вами собрали. И посмотрим, что будет. Потом отправимся в другие места. Сначала этот полностью континент выполним, миссии, зачистим пещеры, а потом уже на второй континент. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.